Spider Catenacious. Самый известный из бюджетных спаев. На бруталике я держу всегда Tenacious в два вида. Белый и черный. Черный Tenacious отличается от белого только покрытием клинка. Это сделано для того, чтобы даже на море этот нож не ржавел. Spider Catenacious – компактный легкий нож с минимальными размерами, но очень отличным резом. Клинок Tenacious выточен от обуха. Выполнен он в стали 8 хром 13 молибден ванадий. Хорошая, стабильная, хоть и китайская, сталь. Твердость порядка 58 единиц. Рукоять Tenacious из G10. Хорошая, ухватистая, шершавая на ощупь рукоять. Имеет отверстие под темляк и 4 позиции для клипсы. Это важно для тех, кто готов подарить этот нож, например, левше. Замок у Tenacious стандартный лайнер-лок. 1,5-миллиметровый лайнер упирается в пятку клинка и не дает ему сложиться. На клинке выполнена насечка, которая позволяет большому пальцу очень сильно упереться в обух и выполнять силовой рез. Tenacious не могут быть признаны холодным оружием по причине малой длины клинка. Как вы помните, складные ножи с длиной клинка до 15 см холодным оружием не являются. Tenacious – отличный нож, компактный, легкий и отлично режет. Рекомендую всем. Tenacious.